Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра дизель. Автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 135 тысяч километров. Заменю на нем сегодня фильтр воздушный, масляный, салонный и масло в двигателе. Открываю капот. Меняем воздушный фильтр, открываем маслозаливную пробку, меняем масляный фильтр и выкачиваем масло. Замену масла сделаю экспресс-заменой. Снимаем крышку. Откручиваем колпак масляного фильтра. Головка на 32. Берем ванночку. И убираем фильтр в ванночку. Вытаскиваем старый фильтр. Также меняем резинку на крышке. Откачиваем из стакана масляного фильтра масло, которое там осталось. Помыл и протер крышку. Снимаем старую прокладку. Берем новый фильтр. Фильтр оригинальный. Номер 057-115-561М. В комплекте идет фильтр и уплотнительное кольцо. Фильтр снимается с крышкой. Оставится он сначала в стакан. Одеваем кольцо, поддеваем его и проходимся по кругу, чтобы у нас кольцо стояло одинаково. Вот если сейчас поставлю его. Вот, вот таким образом стоит кольцо. Чтобы оно было не перевернутое. А теперь берем фильтр и устанавливаем вниз его вот этой пипкой. Как удивительно, попал сразу в нее. Смазываем резинку. Резинку можно смазать маслом, я смазываю силиконом. Закрываем колпак. И закручиваем его, как показано на крышке, 35 ньютон-метров. Ключ выставил на 35 ньютон-метров. Все, фильтры затянули. Ну а теперь выкачиваем масло через щуп.
выдергиваем щуп. Вставляем щуп в шланг. Подсоединяем и включаем вакуум. Откачаем. Откачал без малого 8 литров. Емкость здесь полная 8,2. Но стекло где-то порядка 7-800. Беру оригинальное масло. Вот такое вот масло. Long Life 3. Номер его по заказу G052. Вот он, G052 195 М4. Примерно с пол-литра еще налью. То, что в поддоне, немножко еще подтянет масло. Ну и все. Вытаскиваю трубку. Теперь берем масло, заливаем. Также берем вторую канистру. Масло то же самое. Здесь емкость большая, поэтому взяли 10 литров, 2 пятерки. Со второй канистры смело выливаю 3,5 литра. Проверяем уровень предварительно. У нас сейчас по максимуму практически. Пока не добавляю. После того, как заведу автомобиль, отстоится, стекет, потом уже добавлю. Теперь меняем воздушный фильтр. Болт нам этот не надо откручивать, он не касается крышки. Отщелкиваем две вот этих защелки.
Отводим крышку. Немножко как бы приподнимаем ее. Похоже, фильтр здесь давно не меняли. Закрываю воздухозаборник. Беру новый фильтр фирмы MAN C39219. Аккуратно заводим его на место. И все-таки я склоняюсь к тому, чтобы крышку снимать полностью, так будет удобней. Снизу вентиляцию. Так, конечно, помучился, не знал, как снял вот этот колпачок зеленый. Здесь есть место под отвертку, подсунул, а там цанга. Вот она цанга, нажимаем ее и спокойно стягиваем. Почему я так сделал? Мне так удобней в том плане, что я уверен, что фильтр установлю правильно. На Volkswagen, на Touareg у товарища менял, и у него также снизу не могли нормально, видать, фильтр установить. В наглую надавили, он сбоку не сел. И подсос воздуха, сколько он на нем катался, я не знаю. Но то, что мимо воздух шел, это точно. Вот так я ровно разместил фильтр. Теперь на место ставлю крышку. Притом крышка заходит ровно, без перекоса. Вот ее даже видно, я без усилия ее вставил в пазы, и она встала на место. Защелкнул
оба фиксатора. Ну и теперь защелкиваем эту цангу, которая у нас сзади. Ее, если посмотреть, она у нас, вот она. Заводим и одеваем зеленый колпачок. Все. Одеваем разъем и одеваем здесь вот трубка вентиляции переднего моста или раздатки. Не знаю, что сюда выходит. Все. Заправляем трубку сюда. И одеваем разъем и одеваем хомут. Мне так удобней. Все, замену воздушного фильтра я закончил. Также хочу я заменить топливный фильтр. Топливный фильтр находится тоже под капотом. Вот она крышка. Так, ну что, нам это в принципе не надо. Откручиваем 4 винта под торкс. Откручиваем торкс 30. Ставлю ванночку под фильтр. Поднимаю крышку. Здесь должна быть ручка. А от ручки остались только... А, нет, вот она, я ее поднять не могу. Сори. Вот она ручка, вот и за ручку его поднимаем. Также снимаем уплотнители, новые поставим. Похоже, что фильтр вообще не меняли. Хотя вроде не такой забитый. Берем новый фильтр фирмы Fram C11045. Вот он фильтр. И в нем новые уплотнители.
Устанавливаем его на место. Меняем вот этот уплотнитель тоже, снимаем его. Достаем новый. Одеваем. Берем вот этот уплотнитель тоже, одеваем. Здесь он в пазы садится, аккуратно все перепроверяем. Все. Включаем зажигание, прокачиваем систему. Смотрим, чтобы нигде никаких подтеков не было. Зажигание выключил, насос продолжает качать. Сейчас еще раз сделаю так.
Ну все, тут маленько поработает. Работает устойчиво. Здесь система сделана хорошо. Она сама прокачивает воздух. Заодно сейчас заглушим, стечет масло и проверим уровень масла. Ну что, топливный фильтр я тоже заменил. Теперь нам остается заменить только салонный. Так, у нас здесь все, стекает масло, проверяем уровень, пока закрою крышку. К сожалению, замену салонного фильтра не покажу, а почему-то нам по какой-то причине не положили его в коробку, не отправили, поэтому потом отдельно видео сниму по замене салонного фильтра, сложного там ничего нет. На этом все. Замену масла в двигателе масляного и воздушного фильтра, также топливного фильтра, я закончил. Всего вам доброго!